Жители одного из пятиэтажных домов эвакуировали спасателей в Орколыке из-за сильного задымления. В квартире на первом этаже загорелся аккумулятор электровелосипеда. Это пожарные выяснили в ходе разведки, которую провели после того, как вывели из задымленной зоны 13 человек, в том числе 5 детей. В результате никто не пострадал. Возгорание самоликвидировалось, подъезд был проветрен. А в Камыстинском районе в 15 километрах от села Арка при порывах ветра со скоростью до 25 метров в секунду загорелась сухая трава на площади приблизительно в 5000 гектаров. Возникло угроза перехода пожара на лесной массив Госфонда. К очагам пожара были стянуты группировки спасателей. Всего в тушении были задействованы около 200 человек личного состава, 33 единицы техники, вертолеты и пожарный поезд. Благодаря слаженным действиям спасателей и принятым мерам по тушению как с воздуха, так и наземным способом, пожар был полностью ликвидирован. Также был оперативно ликвидирован природный пожар и в окрестностях Кустаная, в километре от жилого массива «Дружба». Поставку крупной партии насвая из Нюсов пресекли в Кустанае. Полицейские при координации прокуратуры области задержали 37-летнего водителя фуры, который незаконно доставил груз из Шымкента на один из торговых рынков. В ходе обысков сотрудники полиции изъяли более 50 коробок, вес которых составил около 1,5 тонн. Внутри коробок находились Нюс и несколько видов насвая россыпью. Примечательно, что груз был тщательно замаскирован под мешки с луком, что свидетельствует о высоком уровне организованности преступной схемы. На данный момент начато досудебное расследование. Проводятся необходимые следственные мероприятия. МВД сообщает о ликвидации крупного канала контрабанды нефтепродуктов. Операцию провели сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью. Было обнаружено более 10 вагонов цистерн, предназначенных для пересечения границы. Вагоны, загруженные более чем 750 тоннами нефтепродукта на сумму свыше 120 миллионов тенге, следовавшие на территорию сопредельного государства, были остановлены и изъяты для дальнейшего расследования. По факту транспортировки нефтепродуктов без соответствующих разрешительных документов возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий.